Славянский сельскохозяйственный техникум, который перешагнул свой 90-летний юбилей, является старейшим на Кубани. В нем ведут подготовку по 17 специальностям. 400 первокурсников пришли сюда в этом году. Они настроены на серьезную учебу и успешную работу в будущем. И внимание районных властей к этому учебному заведению вполне объяснимо. Глава Славянского района встречается со студентами, чтобы держать руку на пульсе молодежных проблем и сверять часы работы местных властей с потребностями будущих специалистов. Директор сельскохозяйственного техникума встретил Романа Синеговского у центрального входа. Евгений Дмитриев рассказал о том, как техникум работает с вопросами антитеррористической безопасности корпусов учебного заведения. Затем главе района показали новую преподавательскую, где созданы хорошие условия для подготовки и отдыха между занятиями. В актовом зале проходит серьезный ремонт. Обновляется практически все для того, чтобы здесь самодеятельные таланты оттачивали свое мастерство. Будущие спасатели и пожарные продемонстрировали Роману Синеговскому свои навыки в тушении огня, преодолении полосы препятствий, покорении скалодрома, показали свои действия при работе с автомобилем после аварии. В учебном магазине, который только что распахнул свои двери, будущие работники торговли рассказали о предлагаемых товарах и смогли показать работу на всех видах кассовых аппаратов. Затем состоялась встреча главы Славянского района со студентами старейшего техникума Кубани. Разговор был заинтересованный и очень искренний. Здесь, я считаю, дают прежде всего хорошие, значит, знания. Второе, что вы здесь живете одной большой семьей. Есть наши жители, которые, мои коллеги даже, которые закончили наш техникум, вы учитесь здесь, занимаетесь рядом, стадион находится, да, то есть возможность, вот как говорится, муниципальные объекты использовать. И на сегодняшний день стоит задача дальше модернизировать наш стадион. Руководитель района рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета. Славянский район лидирует на Кубани в спорте, один из лучших в культуре, показывает очень высокие темпы экономического развития. Благодаря активному участию в федеральных и краевых программах город и район благоустраиваются. Строятся детские сады и спорткомплексы, реконструируются парки. Словом, делается все, чтобы молодежь здесь жила и работала. Работаем, развиваемся, благоустраиваемся, строим социальные объекты, общаемся с жителями, слушаем жителей, координируем работу свою, исходя из того, что слышим. Стараемся участвовать в краевых федеральных программах. Директор рассказал о достижениях сельхозтехникума в учебной деятельности, спорте. Это учебное заведение в числе наиболее престижных и востребованных в крае. Его студенты получают отличные знания, которые позволяют им уверенно смотреть в будущее. Я очень давно хотел стать агрономом, и начиная где-то с 8 класса, мы с семьей начали подбирать учебное заведение. И мои родители настояли конкретно на этом учебном заведении. И я учусь уже тут третий год, и я с уверенностью говорю, что тут очень хороший преподавательский состав. Я могу это сказать на основе того, что мои знания, которые мне дали в этом техникуме, очень хорошо оценили на производственной практике и пригласили работать после обучения. Студенты задали главе района множество вопросов. Их интересовали благоустройство набережной и пляжа, чистка русла реки, перспективы трудоустройства в районе после получения диплома и другие вопросы. Ни один из них не остался без обстоятельного ответа. Я очень рада, что сегодня мы встретились с главой нашего муниципального образования, задали вопросы, интересующие нас, и получили развернутый, достаточно ясный и конкретный ответ. Встреча завершилась на оптимистичной ноте. Сегодня эти ребята постигают основы профессии, а вскоре будут развивать кубанскую экономику. Их знания и умения нужны и в нашем районе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».